Конечно, это нас огорчает, что такое значительное снижение товарооборота. Значительно уменьшилось количество деклараций, которые были поданы. Уменьшились перечисления денежных средств в доходную часть федерального бюджета. Мы перечислили порядка 74 миллиардов рублей. Хотелось бы, конечно, больше. Мы готовы работать с любыми объемами. Обращаясь к участникам ВЭД, давайте их наращивать будем. В эксперименте у нас импорт товаров упал на 37%.